Угнать машину, говорят задержанные, было просто. Дверь оказалась не заперта. Ключ в замке зажигания заменяла вот эта ветка. Но горе-угонщики решили не шуметь под окнами жилого дома и дотолкали ее до дороги. После, зацепив на трос, вывезли на дачу. Пригнали на Кумыску, сняли музыку, это магнитофон, колонки, усилители и аккумулятор. Оставили ее там. Молодой человек утверждает, что на преступление его толкнула давняя обида на владельца машины. Когда-то они были друзьями, потом поссорились. Новым товарищем подозреваемый обзавелся позже. Он и помог ему совершить акт возмездия. Мой друг мне предложил перетащить автомобиль. Проверил, машина была открыта, залез, и в зажигании было, палка. Проверил, зажигание работает, начали толкать. Он предложил, давай толкать сразу. Продать похищенное из машины подозреваемые не успели. По горячим следам, в ходе грамотно спланированных оперативно-розыскных мероприятий, их задержали уже на следующее утро. Предварительная сумма ущерба составляет 25 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по пункту А, В, часть 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Следствие по делу продолжается. О содеянном подозреваемые сожалеют и говорят, что готовы возместить причиненный владельцу машины убыток. Но, как говорится, думать надо было раньше. А потому в случае, если вина будет доказана, в их биографии неизбежно появится статья из Уголовного кодекса. Эллада Абжалимова, Андрей Багаев. Вести, дежурная часть, Саратов.